Итак, первый новый золотой директор у нас Катерина Демир. Катюша, ты с нами? Я тоже Катюшу знаю, потому что мы с ней познакомились в феврале. В феврале на «Золотых для золотых». И я ее обожаю. Это солнечная, яркая, симпатичная, энергичная, позитивная девушка. Мы с ней до сих пор на связи. И я очень рада была с ней познакомиться. А сейчас она уже новый золотой директор. Она просто приехала посмотреть на мероприятие. И буквально за пару месяцев уже золотой. Катюша, ты просто ракета. Ты где? Выходи на связь. Я тут. Здравствуйте. Привет, моя золотая. Видишь, как прям золотая, прям под тебя. Да. Давай, мой первый вопрос. Ты откуда? Чем занимаешься? И кто два твоих ключевых партнера? Здравствуйте еще раз. Меня зовут Катерина Демир. Мне 42 года. Я родом из Киева, из Украины, и уже 10 лет я проживаю в Турции, в Стамбуле. Я по образованию юрист. Также я мастер ногтевого сервиса, я мастер тату, я энергопрактик, космоэнергет, и у меня большое количество клиентов, большое количество моего общения, вот, и мои партнеры — это люди, которые пришли из моего окружения, то есть это люди, с которыми мы постоянно так или иначе взаимодействуем. Это люди, которые услышали информацию об этом продукте, о том, что Турцию наконец-то скоро открывают. Вот, это очень крутая новость на самом деле для нас, потому что, как я уже сказала, пользуюсь продуктом я уже очень давно, около 15 лет, и за все это время очень сложно было его постоянно доставать. И сейчас вот эта шикарная новость, что наконец-то он идет уже к нам сюда, в Турцию, она возбудила не только меня, а возбудила всех моих друзей, подруг и все мое окружение, и это очень круто. Вот. И также это люди, партнеры, это директора, один из них это директор в семью, и второй это люди, которые услышали возможность максимального кэшбэка, возможность пользоваться продуктом с максимальным кэшбэком, с выгодным вот таким вот предложением. И хочу сказать, что да, ты права, на меня повлияло, почему я все-таки решила скажем так, заняться бизнесом, несмотря на то, что количество времени и проведенного, да, в Coral Club как потребителям, это очень долго, и я знаю очень многих ребят, которые тогда, может быть, только начинали, кто-то был в процессе, и очень важно и здорово встречаться на вот таких событиях. Я была приглашенным гостем в Турции, в совершенно невероятном отеле, в лакшери. Это я не была на мероприятии, к сожалению, я не была на обучении от топ-лидеров, и я сейчас хочу туда попасть, потому что та информация, которая была просто в кулуарах, та информация, та энергия, эти горящие глаза, вот с тобой мы познакомились со многими ребятами и девчонками из разных стран мира, там были люди из Америки, из Канады, и, ну, совершенно из разных частей, ты из Италии приехала, вот, и это мероприятия, на которых нужно быть, и важно это получать вот это обучение, получать информацию от топ-лидеров. И события, которые происходят, которые будут в Праге, они меня тоже очень будоражат, и я очень хочу туда попасть в сентябре, и в октябре я уже попадаю в Турцию, вот, поэтому мы уже там увидимся, и это просто невероятно, вот это Катюша, просто невероятно. Катюша, спасибо большое за твои эмоции, за вот такой прям, ты, наверное, нас всех зарядила, естественно, все золотые, которые здесь уже закрыты, они все уже полетели в Турцию, это понятно, да, что после такого представления это невозможно не полететь, поэтому, Катюша, я тебя целую, обнимаю, ждем твоего следующего ранга, ты такая девочка активная, обязательно следующий ранг не за горами. Целую, Катюша. Молодец. Катерина, поздравляю. Поздравляем. Первый чек в Турции, Катерина Демир. Первый чек. Круто. Конечно. М20 в июле.